Ну, я вот убил одну... Точнее, извините, конечно, не убил, а забрал одну девочку. Мне очень понравилось есть... Простите. Ловить вот этих вот 12... Хотел сесть в машину, куда-то поехать. А я такая, не-не-не-не-не, ты сегодня никуда не едешь. Всем привет, вы на канале Крошки Евы, и смотрите, мне кажется, нравится уже эта игра, потому что у меня есть сердечки, очки, такие клевые. О, а подождите, а у Ёши тоже какие-то рога, нет, точнее, рога и уши. Да, да, я просто заходил в эту игру случайно, да смотрите, у меня есть кое-что покруче еще. А ну-ка, а ну-ка, куда смотреть? Видите или нет? А где? Вот, на плече. Ой, что это за какой клевый. Обалдеть. Так, сейчас, стоп. Вот так смотрите, вот так. Как вам? На него же смотреть? Хвост. О, боже! Хвост. Блин, сразу не заметишь. Я думала, питомчик на плече. Не, хвост. Слушайте, а у меня тут есть мышь. Тоже неплохо. Мышь крадется. Она немножко похожа на медвежонка, если честно. Да. Ой, у Ланы тоже. Она, кажется, у всех есть. Да. Ну, она есть по коду мыши, вот. А мы тут вообще должны людей как бы уносить. Да. Все верно. Заниматься деятельностью НЛО. Капец. Воровать людей, все такое. Просто улетает. Вот оно что. И мне... Вау, у меня есть этот, господи, сердечки, хотел сказать, цветочки какой-то, ну, типа, не, это не нимб, я даже не знаю, как он называется, потому что у меня вообще полностью лицо закрыто, и маска, и глаза, выглядит круто. Слушайте, ребят, советую вам как можно скорее открывать следующую зону, потому что очень быстро апаются наши кораблики, наши НЛОшки, вот, и со следующей зоны как-то побольше денег сыпется все же. А мне еще хочется купить себе каких-нибудь питомчиков. А, ну, тогда, конечно, давай. Какие классные. Так, а я хочу еще где-нибудь есть, тут есть пчела. За робоксы. Капец. Так, а где мир? А куда идти? А вот там, где 1000 стоит, вот туда вот и иди. Иду. А ты уже накопила 1000? Я ввела коды, и вот у меня было 3000, да. О, у чувака тут 3. Блин, а какие они красивые. Нет, 2, это моя третья была. Слушайте, как клево. А где еще одну достать, летающую тарелку? Купить. Купить, а куда идти? Ева! Вот там вот зелененькая UFO. Ева, посмотри, какая у меня шляпа. Клево. Давай трейдиться. Можно можно? Не знаю. Не знаю. О, а у меня шляпа единорога. Я думаю, что ты можешь тоже получить. Мне кажется, трейд только на питомцев тут. Так что... Понятно. Да. Ну, я думаю, я получу еще. Успею. Да, тут довольно быстро все. Кстати, из каждого человечка вываливается что-то. Да, это точно. О, ребята, я нашла, где покупать эти штуки. И... Ай, это за робоксы. Не посмотрела. Так, хорошо. А максимально... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, зачем я туда нажала? Так, ладно, хорошо. А у меня 3 фиолетовенькие уже, гляди. Где? Вот, я рядышком с тобой. Ничего себе, как клево. Так, я еще хочу. Я всех отправляю, вот смотри, они по сотенке берут сразу. Клево. Агась. О, ребята, тут еще сундук можно взять. Да, можно сундучок взять. Да, я, кстати, его уже взяла. Я хочу оставить зеленую, но синяя лучше. Поэтому будет дальше. Так, все, оранжевая и фиолетовая. Это не оранжевая, даже выглядит как будто красная какая-то. Так, ну что, у меня... Ой, какая фиолетовая хорошая. Ой-ой-ой, какая она молодец. Так, слушайте, а легко-легко зарабатывать получается? Агась. Полтосик набьется вообще очень быстро, я думаю. Да. Чтобы пойти в следующую зону. Ребята, я... Достала ту шапку, которая динозаврия, вот где в детях мы одеваемся, вот именно так. О, круто. А, да, у меня тоже только что она выпала. Вау. Ого, сколько у меня денег. А у меня фея, которая что-то блестки какие-то дает сильно. Ничего себе. А вы где, Ой, я тут нашла какого-то чувака классного, вот его ем на площади. О, привет. Ест она его. Обалдеть, клево. Смотри, какой тут парень стоит. У него 1000 жизни. Энергия, не знаю, чего там. Ого. Так, ну что, я пошла покупать себе еще. Сначала вот так тут сделаю. А теперь вот так. Ой. А деньги-то закончились.
ладно. Не знаю, как вы, а я хочу в следующую локацию. А я уже да там. Я тоже хочу, я вот уже пытаюсь накопить, потому что я только что потратила все. Интересно, как определяется вообще сила того или иного человека? То есть все эти люди одинаковые, но однако ну, да, у кого-то 75 тысяч, у кого-то 25, у кого-то там 2. Непонятно. Так, короче, все надела, вот это вот все, что у меня было, вообще вся хожу такая красивая и перехожу в новую локацию. О. Ой, ладно, это что? Это что, у тебя свинка, типа? Желтая? Да, это... да, она редкая, из прошлого яйца попалась. Ого. Мне дали хвост! Хвост динозавра! Так, не сюда, инвентарь. Надеваем. Ай, точно, у меня же много чего надето. Хорошо, снимаем. А, вещи тоже что-то дают. Я-то думала, что они ничего не дают. Господи. Ребят, вы где? Посмотрите на меня. Ульян, так, а ну-ка. Как и тебе? О! Ой, слушай, ты крокодильчик Свомпи. Лана! С розовой собакой. Обалдеть! Откуда? Ну, это вот из этого яйца. Вот попробуй. Прикольно. У меня уже 100 тысяч! Обалдеть, ого, ребята! У меня полмиллиона, ребят, это что? Уже 600? Что? Как это произошло, я не знаю. Ну, я вот убил одну, точнее, извините, не, конечно, не убил, забрал одну девочку, и мне с нее выпало 1,5 миллиона. О, все понятно. В смысле? А вот так. Капец, ребят, вот это вот быстро просто денежки набегают, у меня уже 800 тысяч. Обалдеть. Ева, а сколько у тебя летающих тарелок? 3, все красные. Так, ты можешь 4-ю покупать уже? Я знаю, но ага, я хочу перейти в новую локацию просто быстрее. Так, ты снова и быстрее перейдешь. Ну, тоже верно. Так, ну что, вы там уже ушли в новую локацию, а я вот только пришла. И, слушайте, денег, правда, очень много. Я не знаю, почему. Это вообще прям как-то замечательно, что ли. В симуляторах такое очень редко видно. Бывает, потому что мы очень-очень-очень удивляемся этому. Но, с другой стороны, ты так быстро проскакиваешь локации, что не успеваешь посмотреть на своих питомцев и всякие другие штуки, которые получаешь. Да, у меня сейчас столько надето на меня, что я даже не знаю, я уже не снимаю, если честно. Да. Вот что выпадало, а и всё. А там разве не 2 предмета только можно надевать? 2. Ну, просто такое чувство, как будто бы у меня много всего, так, поэтому, да, как-то так. О боже, что я надела? О боже мой, вы где? Дайте, кто-нибудь на меня посмотрит. Так. Вау, Ульян, какая ты красивая. Посмотри, что у меня. Мне тоже набыла, это верблюдик, да, кажется, или что это? Да, о боже мой. Забавно. Ага. Ребят, не знаю, как вы, я пошла дальше. Как только есть возможность, надо идти в следующую, я считаю. О, ну, это точно. Подожди, ты в ту, которая милли арт стоит или нет? А, нет, вот там, где вы. 50 миллионов. Тут, где да, я, короче. До миллиарда пока немножечко далеко. Вон. О боже, ребят, это что, все мои тарелки? А, нет. Мне показалось, что просто у Яни тоже были. Я смотрю, там их штук 6, наверное. Думаю, чего? Думаю, откуда и когда успели вообще? Ребята, мне сейчас с 9 уровня парня упало 267 миллионов. Я считаю, что тут очень сложно прокачиваться, потому что ты не понимаешь, просто не успеваешь нажимать на свои уфошки и не знаешь, что тебе вообще нужно сейчас делать с ними. Да, это точно. Я все, что вижу, качаю, и вроде бы пока все успешно. Я только успеваю открывать меню и нажимать макс. Ага. Просто максимум. Да, максимум мне все, пожалуйста. Мне вот интересно, а у нас инвентарь вообще бесконечный или когда-то он закончится? Ой, ну тут, конечно, надо смотреть. Вот как закончится, так точно узнаешь. Ну да. Слушайте, а я, кажется, могу уже в следующую локацию отправиться. Капец. Ага, я тоже пойду. Ой, тут кто-то 10 уровня. Я, наверное, не пойду пока что в локацию новую, а вот попробую его поймать. Хотел сказать убить, но нет. Нет, не дождетесь. Блин, вот это клево. Ой, с него, наверное, очень классно. С него зеленый. Уточка упала. Ребят, просто пойду посмотрю, что это такое. Обалдеть, сколько она дает. Ребята, с ума сойти. Она даже круче эпической вещи. Ха-ха.
Вот это я шикарно выгляжу. О, ладно, прикольно выглядишь. Ага, все, спасибо, два хвоста большое. Да, это один ангельский, другой демонический. Ребят, а я добавила себе еще одно НЛО, у меня теперь их 5, и следующее можно только за перерождение. О, нет, а почему так нечестно? Ну, тут, видимо, какие-то штуки нужно дополнительные, в общем, да. Так, интересно, и что с него упадет? Рога! А ну-ка. Так. Ребята! Ребята! На 100 умножает денежку и на 200 умножает звездочку. Чего? Вау. Да что тебе такое там выпало? У меня есть такие. У меня на 90 денежку, на 200 звездочку. О, тоже круто. Как вы не запутываетесь в том, что вам новое выпадает, потому что оно я не могу. Спереди? Я по редкости. Ну так по редкости. А как? Это неправильно по редкости. Они же не так должны выпадать. Ну я самые редкие, вот они всегда самые классные. Ну, в основном они там лучше, намного лучше. Клево. Я такая рогатая теперь. Сколько денег, ребята, сколько денег. А, я могу в новую локацию перейти уже. Кажется, Лана туда уже и направляется. Ну, сейчас да, мы тоже я пойдем. Я ухожу, пока. О, там уже Ульяна. Ого. Ага. Мне очень понравилось есть... Простите. Ловить вот этих вот 12-уровневых ребят. Никто никого не ест. Все хорошо, у нас все мирные. Очень мирные. Еще зеленых, фиолетовых. Нету никого, ладно. Блин, а вот это вот затягивает просто вообще. Человек такой пришел, хотел сесть в машину, куда-то поехать. А я такая, не-не-не-не-не, ты сегодня никуда не едешь. Ты сегодня мне денежки зарабатываешь. Ева, вот это затягивает, это ты про свои НЛО, да, сейчас говоришь? Да. Плохо. Они тоже затягивают. Ой, у кого-то красивая какая. Ой-ой-ой, там вообще прям какие-то то ли рыбки были, то ли аквариум какой-то у нее там вообще. Ой, красивая. Это не сейчас случайно? Там она синенькая, голубенькая такая была. Это моя была. Клёво. Ребят, к сожалению, следующий мир за 3 перерождения. Блин. Да. Ну ладно. А смысл тогда дальше играть, если... А, подождите. Если нет. 1 триллион равно 1 перерождение. А, да? Да, триллион денежек. Но ты же не можешь сразу купить 3 и получить несколько. Не знаю, сейчас проверю. Ой, ребят, зеленая, вот это что, моя? Ой, как красиво. Вот такая же, как у Ёши была, только зеленая. А, это листики? Это листики, реально, это листики. Обалдеть. Ребят, а вы знали, что вы можете зайти там, где написано бейджи, и получить еще кучу всего? В смысле? Да. Серьезно? Да, там тоже можно получить за выполнение заданий, которые вы выполняли чисто случайно. Жесть. Рил. Да. Капец. Просто везде, где восклицательный знак, везде надо заходить. О, господи, я стою, хотела тыкнуть на Лану, а потом понимаю, что это не то. Лана, прости. Что? Тут были бесконечные деньги сейчас. Я просто собирала, а они не собирались. Мне вот интересно, сколько мне за 16-го левела пацаненка дадут? Ого. Я его уже очень долго хаваю, поэтому... Сейчас у меня 10 миллиардов. Сейчас скажу, сколько он же мне даст. Я таких цифр даже не знаю. Мне кажется, у нас народ заканчивается. Ну-ка, Ёж, ты еще не успел? Нет, еще тусуюсь тут. Обалдеть, это долго. Ого. У меня тоже какой-то 14 уровня, очень-очень долгий товарищ. Ну-ка, засекаем. Так, было, ну, почти 500, и сейчас и глазенку возьму. Ой, что-то мало, стало 637. Ну ладно, я в новый уровень, новую локацию. А в смысле? Мне сначала такие, нет, ты не заходишь, тебе нельзя. А потом так. А ну-ка. Момент истины, ребят. Давай. Ну смотрите, ну-ка. Было 10 миллиардов, стало 2,2 триллиона. Что? Угу. Ты уже можешь перерождаться, по идее. Да. Нет, ребят, зачем я копил? Ну ладно, я не копил на самом-то деле, но в любом случае перерождение, к сожалению... Ну, короче, вы поняли, я не буду ничего говорить. А да. У тебя остаются питомцы и предметы. Да, но я забыл купить питомцев. Очень зря это сделал. Так, надо пойти закупиться просто. Закупаемся. Да, ребят. А что так дорого? Я не пон. Я не могу даже питомца себе позволить. И тупо ухожу пока что с мышкой.
Так, а что нам дают кристальчики? Что за них можно сделать? Ну, видимо, мы сегодня этого не узнаем, так что я беру питомца. Смотрим, смотрим, ну-ка, ну-ка. Нет, 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 давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Ну, хотя бы зелененький. О, розовая звездочка. Ха. Это клево, мне понравилось. О, мне хватит еще на одного. Ну, я думаю, тогда на нем мы и будем заканчивать, потому что в новую локацию переходить я как-то... Куда? Давай дальше. Еще одна такая же звездочка. Короче, в новую локацию я пока что... О, нет, я могу перейти. Но перейду в следующий раз. Ну, а пока что сейчас посмотрим на моих звездочек. А, две нельзя. Три нельзя, точнее. Так, берем еще. Взяла, сняла обе. Ой, какие они классные. Так, ребят, а я тут купила новый мир все еще. Ой, там 50! 50 вот этих вот штук. Ой, как больно! Так, у нас тут стройка у кого-то идет. Сейчас мы их отсюда украдем. Я думаю, вот пока он будет там улетать себе, не знаю, ну, с работы, наверное, домой, то я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. 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 Пока.